Работают так, чтобы сохранить исторический облик здания. Фасад практически отреставрирован, осталось только подсветку сделать. А вот внутри есть отставание. Оказалось, что работы здесь больше запланированного. Выявилось, что большое количество утрат на окнах, и поэтому работа немножко притормозилась. Сроки увеличиваются еще и потому, что восстанавливать лепнину, колонны нужно с особым тщанием. Вроде работаешь, потом раз, целый кусок вылетает. И приходится все по новой, значит, где закрывать. Во Дворце детского творчества занимается около 3000 человек. Сейчас они разбросаны по другим учреждениям. И, конечно, хотят побыстрее вернуться в привычные интерьеры. Подрядчику, безусловно, нужно усиливаться. На следующей неделе количество работников на объекте должно быть доведено до 70. Тогда мы успеваем в утвержденный контрактом график сдать объект в декабре текущего года. И уже со следующего года ребята, которые там традиционно занимаются, смогут опять посещать занятия. Сети готовы на 90%, их меняют полностью. Да, отставание есть, но не критичное. Кроме того, выделены деньги на закупку оборудования, то есть по планам после открытия занятия станут современнее и интереснее. Александр Быков, «Время новостей».